Всем привет! Всем доброе утро! Мы с Аришей собираемся в садик. Полина ушла уже в школу. Да, Ариш? Куда ты собираешься? В садик. Уже почти оделась, одни штаны осталось, да, Ариш? Надо сегодня вот эти все сложить, комбинезон тете Оле положить. Высохли. Но он же тебе уже маленький отдать, Тася вырастет, будет в нем ходить. А Тася еще не маленькая. Ну, она для него еще маленькая, ну, подрастет скоро. Но все равно тебе уже маленький. Нет. Все равно его отдавать. А Тася будет потом. Ну, что он будет так вот лежать вместе в шкафе, в шкафу место занимать? Куда хочешь, туда их и делай. Они теперь тебя не будут давить. Удобненько, да, стало теперь? Ага. Мама, я знаю, что мне больно. Пусть мне вот эти штуки делают. Нет, эти штуки тебе не... Нет, как осинка. Ну, там такая, как валичек был, поэтому она давила. Да. Угу. Пусть мне вот это. Вот так делают. Угу. Все, пошли. Одеваться? Неси шапку. Пока-пока! Вот такая шапка. Ариш. Держи это вот так вот, чтобы было видно. Вот такая шапка. Такая клевая шапка теплая, да, у нас? И пушистая. И пушистые кончики у нее. Ги-ги-ги-ги. Шапка с шарфом. Да? Да. Раз, и как шарф. Ну, какая Ариша красивая. Ну-ка, иди покажись нам, какая ты красотка. Ой, Мишка. Пусика, Мишка. Thank you.
потому что все вокруг видит настоящие мысли. Лишь в прошлом слове часто, то тогда вообще не нужен видеть. И никак ты чтобы наделать вещей. Я бы мог бы с ней там где-то смотреть кино, но представлять, как будто мы вроде в сюжетах. Но я снова бы сначала дать себя этим куплетом. Так что ты прости меня за мое странное кино, где? Все забьем и станем ближе среди других таких же. Можешь молчать, я не обижен. Убегает, но я о себе дам знать, пока я чувствую и вижу. Давай, и так без вспышки, рушу на эти жизни. Как ты дома на своем плюшевом мишке. Но не факт, что мне будет мягко, мягко. Это слишком, я иду в мире в то, что жизнь больше, чем переписка. И решает, не сыграет, нет, ну что ты без него. И ты что ждешь, пока он сыграет, что-то для тебя даже готов. И ты не веришь в то, что просто так может быть. Это было что ли? Да. Мама, скажи всем, куда мы идем? Мы идем за Аришей в садик. А, я руки сейчас отморожу. Да ладно. Ну а ты волновалась, то что поздно. Нет, я не очень хотела спокойно гуляю. Че? Ты уже взял. Ну хватит, хватит. Ты сегодня мостики делали? Да. Молодец, пойдем. Снег, лед? Да. Да как это? На полу, я загадила. А тебе больше нравится? И потом капали. Мне вот в этой больше шаурмичной нравится, а тебе где? Будешь шаурму? Что, шаурму? Мартышка, будем шаурму? Будем! Мы будем есть шаурму. Папа, потом нас ругай. Вообще-то папа не имеет права ругать. Сам не любит, поэтому... А кто главный, ты или папа? Ну, папа, конечно, главный. Он же мужчина. Значит, он главный. Папа голова, а я шея. Почему? Ну, потому что так всегда мужчина голова, женщина шея. Вот, мы заказали себе вкусняшки. Три шаурмы, картошечка, соус, кока-кола. Кто довольный едет домой? А? Довольны едете домой? У нас на пеленочку ходят. А вот наши вкусняшки. Мы две с курицей взяли, одну со свининой. Это комбо. У нас картошечка, соус, шаурма средняя и кола. Вот. И эти вот отдельно взяли. Можно было картошечки побольше взять. Блин, мы едим шаурму, потом едим картошку все. А то, смотрю, кто-то ест одну картошку. Все, приятного аппетита всем. Спасибо. Ты куда пошла-то? Шаурму-то свою бери. А что, моя? Твоя. Блин. Дай мостик. Рин, давай смотреть, у кого мостик лучше. Да коробка-то. Да, Фаренька. Смотри на меня, Арина. Смотри на меня. Сначала идет голова, потом за ней. Смотри, начинается так, ноги на ширине плеч. Потом идет голова, потом руки, потом такой. Вставай, подходишь. Вставай. Ну? Ай, 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 ай. Чему больно? А тут ну, все не делай, значит.
А ты что все свои игрушки-то притащил к Полине? Принес поиграться, что ли? Тихо! Домочек. Дай, мостик. Домочек. Давай. Давай, ты дом. А мне будут ставить диаскин-тест. А я ненавижу всякие прививки. Вообще ненавижу. В понедельник мама уже подписала, то, что согласна. А Лене тоже мама сказала, 27-го надо будет идти. И тоже ставить прививку. А мне в школе будут ставить. О. Понедельник. Какого числа? Смотрите, когда... Ой, нравится моя запеканочка нежная. Не знаю, можно, конечно, ему мама. Такое или нет. Мам, У меня в садике тоже такая. У тебя в садике тоже такое? Да, только чуть-чуть помелкая. Поменьше чуть-чуть? Да, не круг. А это больше на маник походит. А квадратик. Квадратик? Да. Я без дневника уйду. Без дневника вообще не буду. Да как бы и нельзя без дневника ходить в школу. Это хорошо то, что у нас сейчас этот есть журнал, да, мам? Одна ходит, мандаринки ест. Взяли. Съела. Спать собираемся? Вот так вот. Да. Завтра в садик идем? А каких? Нет, папа. Ну, подожди, кто там? Смотрите, какой браслет, чудо-браслет. Его можно одевать сюда, можно одевать сюда, мама сказала. Можно сюда на губке. Можно на портфель, можно на... На губке? Светоотражайка. Ну да. Но я его использую как браслетик какой-то. Я команду. Мама. Дайте, дайте. Дайте. Можно его помыть хотели. Пойдем мыть. Надо его помыть, он сильно засалил. А можно я ему это съесть? Нет, спать. Где он? Он как клея. Рин, время. Нет, я не взяли. Откуда он тут взялся? Где ты там спрятался? Что, нашла себе увлечение? Да. Так, все, давайте, девоньки, говорите всем пока-пока и баньки ложатся. Точно ку-ку. Вас побьешь. Вот так вот. Вот так вот мы бьем. Ты что? Риш, нормально. Рина, я сейчас начну ругаться. Мне уже это не нравится. Все. Как мы любим друг друга, да? А Полина как мама любит? Айдю! Айдю!
Держи больно. Один на коту. А я вас вот так. Покажи, как тебя люблю. Ну-ка, дай Полине покажу, как я ее люблю. Иди сюда, покажи, как я тебя люблю. Все, спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Что посмотреть? Париж, там места не будет. У нас в ванной нет места, чтобы всем стоять, смотреть. Еще сушить его. До свидания.